кому молиться о благополучии? Ну, можете молиться Господу, но просто молиться о благополучии – это будет неправильно. А важно, чтобы вы меняли свою жизнь, чтобы вы исповедовались и причащались, и стремились ко Христу. То постепенно, если мы избавимся от каких-то грехов, то уже жизнь наша будет меняться. Это не значит, конечно, что всегда у нас все будет хорошо, и мы идем к Богу для того, чтобы все было благополучно. Да, это неправильно. Но когда мы избавляемся от многих духовных болезней, то жизнь наша меняется. И очень часто Господь помогает нам решить все какие-то проблемы, чтобы мы не переживали ни о чем, а могли спокойно молиться.